Детских площадок нет. Это клеймо одного из дворов на Гульдере-1. 20 лет местные жители не могут добиться обустройства места для игр и ребятни. В проблеме разбиралась Амина Смакова. Жители 14-го дома на Гульдере-1 уже много лет просят установить детскую площадку. По словам местных жителей, место, где она, по идее, должна располагаться, сейчас напоминает пустырь. Единственное развлечение для детворы – это маленькая горка и некое подобие турника. Так уже на протяжении 20 лет. Уже и вроде бы как и дети наши выросли, внуки теперь, говорю, растут. А площадки как не было, так и не было. Поэтому мы не знаем, вы чисто нам вот помогите вообще, как... куда, кому нам обратиться, как вообще добиться для того, чтобы у нас здесь хотя бы что-то было для наших детей, внуков и так далее. Негодующие жители двора уже неоднократно наведывались в районную администрацию, чтобы решить ставший уже не детским вопрос. Однако местные чиновники помочь карагандинцам не спешат. Пишите заявление. Написали заявление, чтобы площадку сделали. Вот. И после Нового года говорят, а надо было перед Новым годом еще раз писать, и каждый раз перед Новым годом надо писать им. Подписи собирали, да, сколько и, мы. И подписи собирали, и все. И бесполезно. Там меняются кураторы, мы не знаем, к кому обращаться. По словам возмущенных жителей, мало того, что площадок нет, так еще и автомобилисты облюбовали территорию двора. Детям приходится играть прямо среди машин. 28 машин утречком выглядываешь, 28-32 машины каждый день. Не то, что там мусорка не может, не то, что там погулять, мусорки, скорая не может проехать к дому. Стоят притык друг к другу. Наша съемочная группа обратилась в акимат района имени Казбек-Би. Начальник отдела благоустройства пояснил, что детские площадки будут появляться только в тех дворах, которые стали участниками программы модернизации ЖКХ. В текущем году в рамках программы благоустройства дворовых и прилегающих территорий на территории района планируется благоустроить 37 дворовых территорий. Это получается 31 двор, это которых будет проводиться работа по асфальтированию и устройству бордюров. А 6 дворов – это дворы, которые участвовали в программе модернизации ЖКХ в 2012 году. Также хочу сказать, что установка детских площадок предусмотрена только в дворах, которые участвовали в программе модернизации ЖКХ. В связи с ограниченностью финансирования устройство детских площадок в других дворах не предусмотрено. А значит, маленьким жителям микрорайона Гульдер ничего не остается, как играть на голой земле. Амина Смакова, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.